Кристина Иванова покоряет жюри своей очаровательностью еще на отборочном этапе конкурса «Мисс Беларусь». Рост 179 сантиметров, вес 62 килограмма. Светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Шаг за шагом девушка проходит финал и становится лидером в борьбе за звание «Мисс зрительских симпатий». За бобруйчанку отдают свои голоса почти 80 тысяч человек. Хотела бы передать привет моим родителям, друзьям и коллегам, которые верят в меня и поддерживают. Я вас очень люблю и ценю ваше участие в моей судьбе. Огромное спасибо людям, которые отдали свой голос за меня и поддерживают положительными комментариями на протяжении всей подготовки. Родители вспоминают, в садик дочку отправили еще в 1,5 года, в школе занималась танцами, вокалом, фигурным катанием. С возрастом к увлечениям добавились спортивная гимнастика, верховая езда. После 11 классов девушка поступила в университет имени Франциски Скорины. Теперь молодой специалист, учитель физкультуры во второй школе. Мы очень переживали первый этап и вот полуфинал, очень волновались, долго ждали. Результаты как-то в течение 3 недель нам только поступили, что мы прошли в финал. Занятия, примерки, хореография, фотосессии. Национальная школа красоты для участниц стала вторым домом. В числе претенденток на победу еще одна бобруйчанка Диана Царева. Девушка параллельно работает воспитателем в 71-м саду и учится на сурдопедагога. За 2 года работы молодой специалист успела завоевать уважение коллег, любовь деток и признательность родителей. Только победа, только вперед! Я считаю, что в нашей профессии красота внешняя, конечно, это приятно и хорошо, но главное еще и красота души. Вот у нее все эти качества есть. Мы, родители, знаем ее как прекрасного, внимательного воспитателя, который заботится о наших детях. В шаге от победы 24 очаровательные девушки из регионов и столицы. Больше месяца участницы готовятся к грандиозному шоу. Позади огромная работа над речью, походкой и уверенностью в себе. На кону бриллиантовая корона, автомобиль и поездка на Мисс Мира 2024. Финал конкурса пройдет 8 сентября. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.